В Екатеринбурге полицейским и эскеровцам удалось раскрыть брата убийства на почве семейного конфликта. Что-то из цикла «И восстал брат на брата». А вообще история древняя, как падшая человеческая цивилизация, ибо брат убил брата уже во втором поколении людей. Да, можно не сомневаться, если бы у Адама был брат, он бы его по-любому мочканул. Уж если он своим первородным грехом завалил природу каждого человека, то брата-то завалил бы легко. Но история пошла по другому сценарию. И первое братоубийство приключилось промеж Адамовых детей, Каина и Авеля. Прошло несколько тысяч лет, и библейская ветхозаветная история повторилась в Екатеринбурге. Декорация такая. В гаражах в переулке Асбестовском наблюдательные аборигены обнаружили бездыханное мужское тело, которое при жизни было 26-летним парнем, условно назовем его Авель, который жил в Арамиле. Судмедэкспертиза установила, что убийство посредством удушения было совершено примерно за неделю до обнаружения тела. Для жителей других городов заметим, что гаражи в Асбестовском переулке – это самые пикули пионерского поселка. И то, что человеческое тело незаметно пролежало там неделю, в этом нет ничего удивительного. А поразительно то, что его вообще нашли. Идентифицировали задушенного довольно-таки быстро. Его родственники, взволнованные исчезновением Авеля, написали заяву в полицию «Арамили». Опера провели сравнительный анализ и узнали и имя, и место жительства. Стали копать в Арамиле и нарыли, что оказывается, задушил Авеля его родной 25-летний, то есть младший брат, назовем его условно, Игорь. Ну потому что Каином человека обозвать, то есть все равно, что оскорбить. А в светлую седмицу мы далеки от оскорблений, даже от оскорблений убийц. Ну а тот, кто без греха, пусть оскорбляет. Оказалось, что между братьями-погодками вызрел некий семейный конфликт. Его суть не разглашается. Можно было бы ляпнуть, да типа не так уж это и важно и интересно, но на самом деле, конечно, любопытненько узнать, из-за чего на современном этапе падения человечества брат может задушить брата. В общем, как и вычислил судмедэксперт, за неделю, точнее за 8 суток до обнаружения тела в гаражах, Авель, снимавший жилье в Екатеринбурге, приехал в отчий дом в Арамиль, а точнее в поселок с очень актуальным названием Светлый под Арамилью, чтобы порешать семейные проблемы. Порешить проблемы не удалось, а вот брата порешить – это как с добрым утром. Ночью Игорь задушил Авеля. Но не в братских объятиях, а подушкой. Тело человека, которого он знал всю свою жизнь и на каком-то этапе даже, наверное, любил, загрузил в багажник, привез в Екатеринбург и положил в гаражах. Смотрим, как это было. Показывайте, куда понесли. Все. Где? Нашел душу. Положили его, я так понимаю, на левый бок? Да. Ну что тут можно сказать? Порешали братья семейный конфликт. Один на небе, другой за решеткой. Светит ему за братоубийство до 15 лет зоны. Если братья что-то и делили, то теперь им это неподеленное имущество уже нафиг не нужно. Ни тому, ни другому. Вот так вот злые бесы нас и искушают. Конечно, по прошествии злодеяния понимаешь, что вспылил, не смог остановиться в приступе ненависти. Жалеешь – страшно. Но главное – не отчаиваться. Нет грехов, кроме самоубийства, которые нельзя раскаять и которые Бог не простит. Главное – каяться искренне, со слезами и сокрушенным сердцем. Это один путь. Но есть и более высокий класс. Не делать зло и каяться, а просто не делать зло, суметь себя воспитать до такой степени, что просто не идти на поводу у бесов и не грешить, хотя бы в грубом, хотя бы в делах и словах. А с мыслями грешными и с бесовскими прилогами ничего не поделать, они будут всегда. Надо их отгонять молитвой. В общем, главное не отчаиваться. Абсолютно все находятся в прелести, в гордости, все тщеславятся. Правда, не все братьев убивают, но зато все осуждают брата-убийц. Короче, друзья, следите за своими мыслями, кайтесь и молитесь, и, может быть, спасетесь. Это не факт, но попробовать по-любому стоит. И не сомневайтесь, любви Господа хватит на всех с лихвой.